Всем привет, с вами Савелий. Сегодня я вам покажу, как скачать и установить скин на Майнкрафт. Для начала заходим в браузер. Ну, я в Яндексе. Набираем скины по-английски Майнкрафт. Нет, по-русски набралось. Заходим на вторую, The Skindex. Minecraft skins. Заходим. Вот вам откроется такое-то окошко. Вот у вас тут скины. Я, например, хочу какой бы мне скин. Что со второй страницы нет? Вот, выберем из этой. У меня уже есть скин. Он у меня как-то, может, его здесь уже нету. Я не знаю. Извините, вот тут звонит. Вот. К примеру, хочу вот. Вот. Вот это. Хочу. Вот так-то нам открывается такое окошечко. Вот с этим чудиком. Мы нажимаем на вторую вот эту. Вот здесь вот окошко. Окей. Вы не обращали внимания на эту ошибку. Загрузки. И тут. Вот это надо удалить. Удаляем. Тоже удаляем. Оставляем только вот это. Выходим. Сюда вот. Вот он. Переименовываем в... На английском в... Блин, забыла. Сейчас посмотрим, короче, в скине. Заходим сюда, пишем. Процента. Да, там процент. Так, точка Майнкрафт, бин, мой. Так, ну зашли, да? Видим папку моб, заходим в нее. Ищем вот такой вот чар и удаляем его. Это ваш Стив. У меня это не Стив. Вот, берем вот так, удаляем. Сейчас я здесь. И здесь нужно написать тоже. Чар. Чар. Все. И просто берем, кидываем. Скидываем. Да. Вот это вот мы уже можем удалить. Здесь корзина. Да. Заходим в Майнкрафт. Я даже зайду к вам. Что с вашего позволения. Так вот. Так. Так, просто грузить. Одиночная игра. Внимание. Вот, видите, у меня какая-то другая рука. Вот, вот он. Ваша мишка. Мне сейчас лагает у меня. Я потому что вам видео снимаю. Вот он. Ну вот, все, ничего страшного. Лагает, ну, все. Все, я вам все сказал, все подробно показал. Интернет я выключаю, закрываю.